Здравствуйте, уважаемые огородники, гости и подписчики канала Клумба Плюс. Мои баклажаны через 3 недели после высадки на грядке адаптировались и начали активно расти. В этом видео хочу показать, как формирую баклажаны. Формировать баклажаны нужно уже с началом цветения, чтобы кусты лучше освещались, проветривались. Таким образом, цветы будут лучше опыляться и завязываться. Формирование баклажан происходит просто. Нужно выщипнуть все пасынки в пазухах листьев до первой развилки. Это, в принципе, основная работа, которую нужно провести. Эти пасынки не нужны растению, оно тратит на их рост много сил, а должно направить на формирование завязи и рост плодов. После развилки нужно посмотреть на веточках, если вы видите бутон и рядом маленький пасынок, то его тоже можно удалить, чтобы бутон завязался и дал хороший плод. Если пасынок уже большой и имеет свои бутоны, его можно не выщипывать. В принципе, после развилки вы можете уже по желанию формировать баклажан, какие-то веточки оставлять, какие-то нет. Также по мере пожелтения внизу листьев их нужно удалять. Они также не нужны растению и являются источником различных болезней. Поэтому отщипываем желтые нижние листочки, чтобы стволик баклажана внизу был пустым и хорошо проветривался. Грядку с баклажанами будет легче пропалывать, рыхлить. И растения будут лучше проветриваться и освещаться. Меньше будет болезней и вредителей. Вот смотрим, я выщипнула все пазухи, в пазухах листьев пасынки до развилки. Дальше идет крупный пасынок с бутоном. Я его оставляю и так проделываю эти работы со всеми баклажанами на грядке.